Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Ну что, буквально 3 минутки назад у нас обновление прошло, то есть новая неделя, ребята. Микеланджело, 75 платиновых осколков. Ну а что вы хотели, друзья мои? По-другому и быть не могло. А эту недельку я, конечно, стартанул. Будь здоров, я думаю, что вы со мной согласитесь. Ну что же, как обычно, ребята, именно арена сегодня у нас будет. Фух, а вот повезет нам или нет, это мы с тобой уже будем смотреть. Ну, мне кажется, что, наверное, не повезет. Хотелось бы, чтобы повезло, но, наверное, не повезет, ребят. Хотя все может быть. Так, мы взяли с тобой 10-11, да, там изначально было. Можно даже, ребята, поставить автобой, но я не буду ставить, давай сами отыграем. Вот я не знаю, ребята, вот как-то влияет вот на игру, вот на кубки, что мы с тобой убиваем всех с первого хода, или бой у нас затягивается. Как-то это влияет или нет? Мне вот такой вот вопрос интересует. Так, с 11-11 нам это не подходит. Мы ищем с тобой 11-12. Ну давай, 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 доходи мне. 11-12, вот 11-12, так. Перелетаем. Перелетаем, говорю. Раз, два, три. Угу. Ну, давай так вот сделаем. Интересно, ушатаем мы их сразу или нет? Конечно. Конечно, ушатали. Молодец. Мне нравится, как Кейси клюшку свою крутит. Вот это, конечно, он круто делает. Ну что же, воин 3 звезды, понятное дело. Только вот единственное, что мне не нравится, у нас почему-то 83-я позиция, сфига ли. Так, нет, давай ко мне 12-13, не надо мне там, не надо, говорю, мне тут заливать в уши. Давай мне 12-13. Вот. А то, видите, там 11-12 начинает мне старую пургу там гнать. Раз, два, три, четыре, уже 4 бойца, отлично. Сейчас будем еще немножечко, ребята, вперед продвигаться. Массовых атак нету. Массовых атак, друзья мои, нету. В принципе, ничего страшного в этом нету. Нет, была массовая атака, но почему-то у нас Рафаэль ходит последний. В основном все кабаны, все 3 кабана отходили, а Рафаэль только последним сходил. Видимо, Рафик что-то вообще по инициативе, ну, очень сильно проседает, друзья мои. Очень сильно проседает. Так, 74-я позиция. Так, 12-13 у нас было, значит, нам нужно... нам нужно 13-14, ну это прямо, ребят, не знаю. 13-14. А, 12-14, не 13-14, а 12-14, ребят. Сегодня сходил на тренировку, друзья мои. Первую спустя сколько, считай, больше полмесяца, да? Чё-то как-то... Нет, вроде начал как-то лихо, резво все, но потом что-то меня так, я так устал, в душ сходил, меня что-то так повело, думал, ё-моё, надо было, блин, мне не рвать там задницу, а потихонечку, ребята, понимаешь, потихонечку втягиваться. Нет, я пошел там круговую, начал наяривать, мне еще этот знакомый Сенка говорит: Лёх, ты что-то резво начал, да я говорю, да я вроде как бы... Я не чувствую, чтобы, ну, обычно как там, сделаешь упражнение, ты устаешь, ну, как бы отдыхаешь там минутки 2-3, а у меня круговая, то есть без остановки от одного упражнения к другому. 3 круга, ребята, из, сколько там, 1, 2, 3, 4, 5, 6, из 6 упражнений. Да, конечно, лихо, лихо. Я обычно воду, ребята, на тренировках мало пью. Ну, как бы я беру с собой литровую бутылку, у меня есть, я... Раньше выпивал мало. Сегодня я позанимался, сколько у меня тренировок? Где-то минут 40. Я эту всю бутылку высосал. Офигеть, можем. Так что, не знаю. Сейчас сделаем перерывчик. Ну, я имею в виду на тренировку. И уже через... Ну, короче, день отдыхаю, через день пойду. Потому что завтра я чувствую, ребята, у меня никаких сил. Или же, если завтра идти, то с легкими весами.
Понимаешь, самая вот дебильная у меня натура вот такая. Я не могу, ребята, с легкими весами. Ну, как бы, я не могу себя заставить заниматься с легкими весами. Понимаешь? Я прекрасно знаю, что нужно, блин, ну, там, в щадящем режиме работать. Я начинаю работать, и мне кажется, что, знаешь, не то, что даже все там в зале смотрят, а сам для себя, как будто, ну, знаешь, как будто я сам себя обманываю. Вот. Организм требует, как бы, ну, нагрузки какой-то, и в то же время я понимаю, что мне нельзя делать там определенные упражнения, чтобы не травмировать плечо, там, не травмировать локтевые суставы. Привычка, конечно, ребята. Привыкаешь, когда вот в определенном режиме тренироваться, и очень тяжело потом переходить на какой-то легкий режим или еще что-нибудь. Не знаю. Напишите, вот если из вас кто-то занимается, ребят, напишите, какие вы там, какого вы придерживаетесь графика. Делаете ли вы какие-нибудь легкие тренировки? Не делаете. Ребят, ну тут приходится 13-16 брать, потому что мы с тобой в ранг не перешли. Естественно, нам с тобой повышение по кубкам не дадут. Поэтому нам вот 13-16 приходится с тобой юзать. Ночь опять, ребят, не спал. Сегодня сходил на тренировку, думал, блин, ну, мне надо терпеть, ребят. Надо входить в режим, надо терпеть. Хотя бы, ну, до часов 9-8 вечера. А потом уже, может быть, спокойненько ложиться в люлю. Так, слушай, что-то они тут разошлись. Партизан, ты посмотри на них. А выкуси-ка гранат, парень. Давай, Рокстеди. Красавчик. Угостил пару добрыми, да? Ну и прекрасно. Так, самурай. Окей. Да что такое? 13-16. Давайте мне уже 14. Вот. Молодцы. Потому что 13-16 уже было, ребята. У нас один повтор сделался. Как ни крути. И они, кстати, нас догоняют. Уже 40-е. Мы 57-е, а они 40-е. Так что учти. Такс. Что у нас тут? Ну, давай массовый, наверное, сделаем. Она слабенькая, но все-таки. Так, и... Блин, тут уже придется, наверное, так делать. Вообще-то надо Лео вырубить. Почему? Чтобы он не хилял команду. Давай так сделаем. Огненная волна. И массовая от Рокула. Шикарно. Шимпанзуха. Она, ребята, по воздуху планирует за счет вот своего этого. У нее такой пояс, типа, гравитационный. Вот она за счет него. Так, мы с самураем 2 звезды уже. Было сколько там? 14-17 было, да? Значит, нам, по идее, надо искать 15-18. Или 14-18, как у них там идет. 14-18. Окей. Такс. Вот она, 1, 2, 3, 4... 5. Погнали. Погнали наши вороных. Кто-то из подписчиков писал: Рэй, а ты не хочешь, типа, начать прохождение компьютерных игр? Так вот, если, ребята, кто еще не в курсе вообще, я, честно говоря, сомневаюсь, что кто-то не в курсе, у меня есть второй канал, который посвящен именно компьютерным играм. Это у нас мобильный гейминг, там компьютерные игры. Как говорится, заходи, называется канал Ray Play Games. Вот. Также ты можешь найти отсылки на мой канал на любом видосике. В конце видосика есть сносочка. Вот тут вот в уголке она идет. Сноска на мой второй канал. Заходишь и смотришь. Много разных интересных игр. Так, ну что же. Давай сделаем вот так. Блин, ну я летучку не хочу, ребята. Блин. Я не хочу, а, наверное, придется. Что-то мы так кисло. Вот
Этот отряд вообще кисляк. Ну-ка давай так вот попробуем провокацию взять. Вот этот Лео, ребята, должен погибнуть. Так, кабан, у него пониженная атака, так что нам везет. А, у них у всех пониженная атака. Ну и шикарно, шикарно. С пониженной атакой, естественно, мы получаем урон намного, ребята, меньше. Так что мы выкрутились. Ну тут уже надо летучку, ребята, пользовать. И хотел, кстати, спросить, друзья мои, что там по поводу растений против зомби-героев. Починили у кого, не починили, пишите обязательно в комментариях мне про это дело. Потому что, ну, я проверял в последние разы, не починили у меня, по крайней мере. Так что пишите вы. Хотя кто-то писал из подписчиков, что FreeNap, по-моему, так его звать, этого ютубера, который снимает именно растения против зомби-героя, он писал, что у него работает все. Не знаю, может быть, нам как-то заблокировали персонально. Я не знаю, ребят. Даже не знаю, что по этому поводу сказать. Так, 64-я позиция. Я забыл, какой у нас там был. Блин, я забыл. 14-18, да? Вот, 15-19. 15-19, ребята. Они уже платежки, а мы с тобой... А мы с тобой семидесятники. Они платежки, а мы семидесятники. О, хорошая копчинка. Вот, и, кстати, я что хотел сказать-то. Мы, по-моему, это, ребят... Как сказать, ни разу ничего здесь не пропустили. Ну, то есть, два раза повторки было. Но мы идем как-то медленно. Мы идем как-то медленно, именно в продвижухе. Вот что я хотел сказать. То есть, у нас сейчас какая там, посмотрим сейчас. Блин, мы на Лиге Самураев 3 звезды. Всего лишь, мы даже не в Сёгунах, друзья мои. А почему так хреновенько идем? Почему так хреновенько идем? Причем я тебе говорю, что у нас, по-моему, максимум два повтора было. Две повторки. Мы даже с тремя, с четырьмя повторками и то как-то двигались пошустрее. А тут что-то вообще... Фуета. Не знаю, друзья мои, что делать. Это вот сейчас мы только попадем с тобой в Лигу Сёгунов. Одна звездочка. Я надеюсь на это, что попадем. Не, попадем. 64-я позиция. 15-19. А нам нужно... Вот, 15-20. Ну, что-то как-то вообще кислятинка, друзья. Вообще кислятинка. Я же все хочу, ребят, побить опять рекорд наш. Хочу побить. Хочу опять с первой заходки зайти до... Лиги мастеров. Сложно, но ведь возможно. Так, у него там тоже спринтер. Ну-ка, если мы так вот с тобой сделаем, завалим. А кабан-то выжил. А кабанчик-то выжил. Он такой псих с этими финками, когда летит, согласись, да? Страшная такая фигня, блин, тебя со всей дури там чешет. Так, ну что, блин, я думал, что мы перейдем к хренушке там. Не дали. Так, 15-20. А мне не дадут, наверное, ребята, 16-21. 15-20, потому что мы с тобой не перешли, но на следующий ранг. Все, тут шапочный разбор пошел. Все, ребят. Это Сёгун 2 звезды максимум. Дай бог, чтобы до Сёгуна 3 звезды хотя бы добраться. Да, что-то как-то подвела меня сегодня игра. Надо было этого бомбить. Нет, он пошел бомбить того, кто у нас, блин, с этим, с постепенным уроном висит. Но. Так, друзья мои, Сёгун 2 звезды. Позиция 75-я. Ну что, опять за свое? Опять за свое, ребята. Не хочет давать 16-21. Смотри. А, во.
Ну тут шапочный разбор пошел. Все, тут уже финита ля комедия, как говорится. Это вот у нас это. И там еще, по-моему, ну максимум один отряд или два. Это максимальное количество. То есть в любом случае не хватает. Чего бы я тут не вытворял, как бы я тут не наяривал, нам не хватит. Жаль. Ну, ребят, попытка не пытка. Да, не хватит где-то поединка 4. 4 поединка, друзья мои, не хватает нам. 16-21. А у меня тут, ну ты видишь, у меня тут максимум 2. Да, 2, ну 2,5, так скажем. 2,5 это что? Ну, 2,5 это Лига Сегунов, 3 звезды и все. Мне нравится, что Лапекс офигенная инициатива, ребят. Ну, а так сама по себе не очень слабая. Ой, не очень сильная. Как ты видишь, 61-х, 60-х не берет. Хотя Лапекс у нас сотка. Она сотка, ребят. Но зато инициатива офигенная. Ну вот, видишь, Лига Сёгунов 3 звезды, 94-я позиция. То есть одного поединка нам не хватит, ребят. Одного лишь поединка. И 16-22 давай, а не 21. Потому что я перешел на новую лигу. Чё ты мне втираешь тут очки? Самое удивительное, друзья мои, что я не могу до сих пор найти свои очки. Я прям в шоке. Я просто в шоке. Куда я их мог положить? Может, я их выкинул нечаянно? Да как ты нечаянно выкинешь? Чехол, главное, лежит. Вот он. На столе. А очки куда? Я обычно, ну, там, когда куда-то ухожу, бывает, не снимаю очки, а просто, знаешь, как на голову как бы надеваю. На лоб. Может, куда-то наклонился? Я не знаю. Ну, что значит, если наклонился, они бы слетели бы? Что, я не почувствовал, что ли, такое уже вообще, что ли? Нечувствительный, что не увидел бы, что очки с меня спали с лица. Не знаю, друзья мои, обидно. Придется заказывать новые очки. Но эти такие мне удобно было в них. Да. Потом закажешь, да, придут новые очки. И эти найдутся. Это, знаешь, это закон подлости. Это как я тут недавно на тренировку вот пошел, мне нужно было найти мочалку и мыло. Ну, мыло, мочалку и этот. Ищу. Я не могу. Да куда я, думаю, дел? Ну, куда я дел? Уже всю эту сумку перерыл. Оказывается, там есть такой карманчик один. Ну, не сказать, что он потайной, ну, просто карманчик. Вот. И я уже такой, ну, не можешь же, они не могу, не можешь же это все поместиться в этот маленький карманчик. Открываю, а оно там все как раз-то и лежит. Да ну, думаю, нафиг, я тут 2 дня, блин, чуть ли не генеральную уборку все перерыл у себя в квартире, блин. Не нашел, блин. А она, оказывается, в этом маленьком карманчике. А мне почему-то вспоминаю, когда мы в бассейн собирался идти, что вроде бы как доставал, там что-то откладывал, думал, может, куда-то положил это все. Прикинь, ну так вот всегда, ребят, бывает. Нет, ну, короче, вы поняли, что мы с вами 55-я позиция. У меня там 2 персонажа еще есть, но, согласись, 50 ступенек мы с тобой ими не пролетим. Мы с тобой, ну, пролетим максимум 5 ступенек. Будет не 55-я, а будет 50-я позиция. Ну, 45-я это просто край. Это просто край, ребят. 55-я позиция. Покажи. Ну, давай. Ну, 47-я даже. Ребят, буквально вот 2 поединочков не хватило. Вот 2 поединочков нам не хватило. Это как раз те 2 поединка, которые мы с тобой на повторке прошли. Да-да, именно они, ребятушки. Так, ну что, у нас 33 тысячи мутагена. Ой, ну да, мутагена, правильно. Так, где у нас наш родной Рафаэльчик? Во-первых, поднимаем ему уровень. И дальше ищем на прокачку. Так, 4 нам этих нужно. Так, один есть.
Вторая шляпка. Третья. Четвертая. Так, четыре шляпы найдено. Теперь шесть катушек с пленкой. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И последнюю. И последнюю. Твою налево. Издеваешься, что ли? Последнюю говорю. Все, шесть. Так, ребят, здесь тоже мы нашли. И 10 знаков автомобильных номеров этих. Один. Второй. Второй, третий. Так, четвертый. Пятый. Мотогир, пиццы не хватит. Шестой. Последний, ребят. Только шесть. Только шесть найдено, да, получается? Да, шесть. Идем сюда. Так, так, так. Пройти серию испытаний. Пойдем пробежимся по серии испытаний. Обязательно. Блин, ты не поверишь, мне что-то начало рубить спать, прикинь. Рубить. А, у пиццы нету, блин, пиццы нет. Как так-то? Как так надо было лопухнуться, и тут пиццы нет? Но я не буду покупать, друзья мои. Я лучше потом, вечером еще поиграю. Все равно откатится. Так, ребята, у нас 200 с вами. 200 уже платиновых осколков. Нужно нам сколько? 400, да? Для того, чтобы перевести. 400 же нужно, да, ребят, 400. Так что еще 3 недели. По 75, 3 недели, да. Ну что, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!